Такие дела. Мы уже с сыном покушали, чаек попили. Что мы еще сделали? Сейчас будем переносить вот это все вещи, подушки. Пока что не снимаем вот эти вот старые хозяйские шторы. Мы ими прикрываем окна, когда уезжаем. Все-таки запенил. Вчера говорю, надо запенить. И все, и забыла. Думаю, запенит, не запенит, запенил. Ой, как хорошо-то. Я вот так вот ровненько обрежу и наклею сюда. И здесь запенил. Потому что тоже дуло отсюда. Ой, какой у меня муж молодец вообще. Здесь все запенил. Где дымилось, мы купим глина там с песком. Или что ли идет, какая-то затирка. Или что в строительных материалах. И помою. И замажем. Забелим все это. Здесь тоже помою. Опасно, конечно, тут уже... На ладан все дышит. Ну и вот. И как? Жесть, конечно. Вау. Может, там еще один слой. Конечно, вон какой слой идет. Ну, тут тоже отошло. Вот. Блин. А пушка у нас, пушка вот такая. Вот. Мы ее включаем, раз выключается. Тут, ну, да что такое? Значит, где-то коротит. Ну, поменял, пока все работает. Единственное, нам тут не хватает проводки на плитку. Вот. Но Евгений сказал, что нам сделает проводку. Все подсоединит. Почему-то они деньги не взяли за работу. Только просто за трансформатор этот заплатили и все. Ну что, отдохну маленько, пока я болтаю. Тебе почему не нравится печь? Она красивая, бело-черная. Бело-черная? Даже золотая. Золотая, да, вот это. Ну, копотью пахнет тут. Ой. Пахнет. Пластилином. Все надо перенести. Поможешь мне? Туда на диван. Вот видите, как мы все сняли. Прям до самого-самого, до самой фанеры все сняли. Вот. Здесь проводка идет. И теперь здесь будем чистить потолок. Все. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться. И всем хорошего настроения. Не переключайтесь, продолжение следует. Не торопись, делай. Спокойно. Все замонтируется. На всякий пожарный. Только не тряси. Все, мама спалилась. Все. Все, можешь посмотреть. Всем добрый, позитивный вечерочек. Мы продолжаем ремонт в доме. Так мы поотодрали потолок, так мы пошкурили потолок. И вот это вот место у нас никак не отходит. Мы его так оставили. Вот, а так чистенько везде более-менее сделали. Вот столько у нас много грязи получилось. Вот столько много грязи. Тут потолок вообще хорошо практически почистили. Сейчас буду убирать потихонечку.
Кстати, вот он грибок. Вот он грибок. Там было тоже много грибка. Обои я эти сожгу, вот эти печки. Если будут мешаться, эх, мусорку унесем, да? Ян, ты просто водой пшикаешь, а надо водой с уксусом. И вообще это грунтовкой я пройдусь и всего лишь. Убирать сейчас. Буду я сейчас убирать. На улице уже темнеет, а мы все никак закончить не можем. Ой, пошкурив эти потолки, у меня уже никакого желания нету здесь шкурить. Мне хочется просто здесь побелить и все, больше ничего не делать. Вовсе ничего. Даже сына. Вот реально ничего здесь неохота, уже руки не работает, неохота мне, неохота. Что устали. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем отличного настроения. Не переключайтесь, а мы будем продолжать.